Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 88-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я вам покажу незаменимый виджет, который позволяет просматривать картинку, как будто бы мы ее просматриваем через лупу. Смотрите, я навожу на картинку. Во-первых, у нас есть возможность вставлять всплывающие подсказки. И смотрите, у нас появляется рамка. Я вожу по картинке, по миниатюре, и справа картинка показана в увеличенном виде, именно то место картинки, где я вожу вот этот прямоугольник серый по миниатюре. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. И прежде чем мы рассмотрим настройки, сразу же я вам расскажу, как загружать сюда картинки. Вы выделяете данный виджет, идете в заливку. Здесь ничего не трогаем и кликаем по названию изображения. Из компьютера вы выбираете какое-то свое изображение. Желательно, чтобы изображение было большого размера, то есть с высоким разрешением, чтобы при увеличении картинка не портилась в качестве. Нажимаю «Открыть». Также здесь видно, у нас по умолчанию рамка серая 3 пикселя. Здесь можете поиграться с рамочкой. Я отключу. Перехожу в настройки виджет и давайте рассмотрим данные настройки. Первый параметр по умолчанию стоит «Right». И у нас есть в списке еще можем выбрать «Left». Это там, где отображать всплывающий этот бокс. Там, где показана увеличенная область картинки. То есть, смотрите, у нас я навожу, и вот вы видите, в правой части появляется такой же прямоугольник с увеличенной частью картинки, правильно? Вы можете здесь выбрать, чтобы появлялось, например, слева, а не справа. Дальше эффект. То есть эффект появления данного вот этого второго окна. Вот этот эффект поинтереснее. Второй, как бы из середины выскакивает вот это второе окно. Дальше, увеличение, то есть насколько можно увеличить. Максимум можно здесь увеличить на 40. То есть насколько увеличивать картиночку. Дальше, вот это параметр title. Здесь есть галочка, если мы галочку снимаем, мы вообще отключаем параметр описания и заголовка. То есть title и description. И если мы ставим галочку, то вот здесь заголовок. Вы ставите какой-то текст, а вот здесь вот вы ставите свое описание. То есть все удаляете здесь содержимое и пишете что-то свое. То есть он на секунду появляется, то есть заголовок и описание, и исчезает при наведении на основную миниатюру. Вы видели это. И также здесь есть цвет. Вы можете прописать здесь код цвета вот этого тайтла и description. Я сниму галочку. Я не хочу, чтобы показывалось какое-то описание. И последние здесь настройки, курсор-индикатор. Индикатор ширина, то есть смотрите, сейчас я вам объясню, что это за курсор-индикатор. Я навожу мышь, и вот здесь такой серенький прямоугольник. Это и есть индикатор. А здесь ширина индикатора. Давайте поставим 10. Индикатор color. Давайте попробуем поменять цвет, возьму ярко-зеленый, код цвета заберу отсюда. И попробуем поменять индикатор на ярко-зеленый. Дальше, индикатор opacity, это прозрачность индикатора, по умолчанию 70, но вы видите, да, он немножко прозрачный. Здесь вам не видно, но в самом низу можно отключить индикатор, если я правильно понял. Я сейчас выбираю нижний пункт No индикатор. Вот здесь вы видите. И давайте посмотрим, как будет без индикатора. Вы видите, я вожу мышкой, да? То есть не видно, где я вожу, неудобно. Но все равно увеличенная часть нам показана. Наверное, это не вариант. Поэтому я индикатор поставлю, например, 90%. И я поменял цвет на ярко-зеленый. Давайте посмотрим. Навожу мышь. Вот вы видите, индикатор у нас такой стал зеленый, и как бы рамочка этого индикатора стала потолще. Вот и все, в принципе, настройки.
применяйте данный виджет с умом. Виджет этот вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!